Всем привет. Надоела старая публика. Старое видео на Публике ТВ. Решил подарить вам новое. Эдик Цин. Сложные месяцы тренировки должны дать положительный результат. Лайфу мерчи? А? Освещение не очень показано. Так, мой братыш, спокойно. Всем привет, дорогие друзья. Решил заняться здоровьем. Решил заняться здоровьем своим. Здоровьем правящего режима. Очень переживаю о том, что на Публике ТВ осталось старое видео с автоматом, когда показывают одно и то же. Хотя я много раз говорил о том, что я фанат оружия, но оружие у меня все абсолютно законно. И тот скорпион, с которым они все показывают с утра до вечера, сейчас для публики пошли, пусть идут на повышение. Значит, в моих руках боевая винтовка. Одно из моих любимых оружий используется для загонной охоты, потому что полуавтоматическое оружие с очень удобным коллиматором для стрельбы. Значит, можно перекладывать, можно изменять длину приклада под рост того или иного человека, что очень удобно, да? Коллиматор можно двигать по планке. Причем его не нужно перестреливать, что очень удобно. Поэтому даже вот при скорости 9 км в час, это не очень большая скорость для спортсменов, но для такой тренировки тела, для того, чтобы научиться стрелять при этой скорости, потому что стрелять на ходу, это, скажем так, не самое простое занятие, но очень прикольно. Сейчас просто уже стемнело. Завтра, когда будет светло, будем тренироваться. Я вам покажу, как я могу стрелять с расстояния 300 метров по мишени 20 на 30 сантиметров. Особенно если на мишени что-нибудь нехорошее, от этого точность только увеличивается. Значит, вот 4-5 километров в день таких тренировок, уверен, что приведет меня в полную готовность. И командующий Шмайфур Мушел, Батьбой Слабивцин, Дадок Слабец Кел, Обслабешник, Шплахишку Тетрежимовый, Шека, Тресли Дамбатай, Семерчим, Дуар Наинди. Завтра возьму лом с двумя ведрами. Вот так же придется хотя бы 1-1,5 километра. Если выдерживаешь, то это тоже
является новостью со знаком плюс. Ай, публика ТВ. Советчая ротала вами. Вам не аубаситом привынку мини. Где видел человек. Воебеск. Всего правде. Хорошего дня, увидимся.